сентябре этого года я выиграла грант от государства в размере 400 МРП на реализацию своей бизнес-идеи, своего бизнес-плана. Вот. Сказать, что легко получилось, было нелегко. В первый раз я не прошла. Там у меня были допущены технические ошибки в бизнес-плане, так как мне вообще сказали, что бизнес-план я должна составлять сама, никто мне не помогал. В общем, пришлось думать собственными силами все самой создавать. Вот. Но потом, получается, я второй раз прошла проект по бизнес-идее Бастау. Вот. И во второй раз у меня получилось пройти комиссию успешно. И потом мне прислали, получается, с ЕКОВ поздравление о том, что вот вы выиграли грант, мы вас поздравляем. Вот. Вы участник проекта. Получив деньги, я закупила оборудование, я нашла хорошее место аренды. Вот. И мы начали работать. Я начала работать. Это было нелегко тоже. Я благодарна государству, что у нас есть такая возможность, что у нас есть такие проекты существуют. И люди, которые сейчас планируют сдавать на грант, подавать на грант, и которые уже участвуют в грантах, дай бог им удачи,